Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Протектор. Рэй Моррис, прием, слышь меня? Это центр, у нас экстренная ситуация. Конвой защитников только что подвергся обстрелу врага. Ты ближайший к месту нападения, агент. Узнай, что там происходит. Да поскорее. Так, используй мини-джойстик. Мини-джойстик, у меня уже все настроено. Ладно. Раз вам так нужно, чтобы я именно его использовал. Используй правую часть экрана для управления обзором. Угу. Так, цель и обнаруженные враги отмечаются на радаре. Опа. А у нас тут гости, пришельцы. Они крадут кристаллы из последней поставки. Мы не можем позволить себе еще одну утечку. Слышь, Рэй Моррис, не даем врагам уйти. Огонь разрешаю. Огонь мне еще разрешают. Так, направить прицел на врага, и все будет на нормуль. Хе-хе. Где враг? Так, F1 ставим. Так, что, слишком далеко, что ли? Отлично. Блин, они тут. Их там двое. Нормуль. Хлопчик. Так, перезарядка. Регенерация. Здоровье восстанавливается вне боя само по себе. Это еще кто такой? Ох ты. Ну ничего себе. Прием, прием, Рэй Моррис. Ты еще там? В районе операции замечен особо опасный противник. Понадобится использовать твой дар, чтобы справиться с ним. Стреляй! Какой счет дарта? Так, Рэй, используй дар сейчас. Используй дар. Отличный дар. Ползет. Чем-то напоминает мне ассасина какого-то. Уф, было жарко, да? Уверен, на этом у негодяя будет что рассказать. Хорошая работа, Рэй. Угу. Значит, это у нас шутан получается. Ладно, Рэй, давай посмотрим, как твои рефлексы после боя. Не волнуйся, в этот раз соперники будут тренировочными. А почему нельзя было начать именно с тренировки? Так, поиск игроков. Так, подожди, какой поиск игроков? Вы же хотели меня потренировать. Вы серьезно? Так, это хмы там бежим, да? Ну что, давай посмотрим. Что это за шутан такой? Так, опять отсюда начинаем. Так, это что у нас там, видишь, лежит? Ох ты, я принадлежу к верхней команде. И что мы должны? Так, получает данные за поверженных врагов. Отлично. Отлично. Белочка, ты куда бежишь там? Лисичка, куда? Так, где там копцы-то? Вот он, вражина стоит тут. Вот он, наш суперудар. Так, по мне там кто-то бомбит сзади, из-под тишка. Это снайпер наш причем. Ну где-то там голодранец, я же видел. А что такое сейчас было? Рефлексы, блин, мои видели. Они тут хотят проверить, что это такое, вот это вот. Пошли, прижучим их. Отличная, отличная суператака. Так-то наш. Кто-то где-то бомбит, не пойму где. На, нафиг. Я хоть точно не с ботами играю. 60 секунд left. Если бы я понимал, что ты тарахтишь там.
Двойное. Я типа самый-самый крутой, да? Три убийства. Аналишен. Воу-воу-воу-воу-воу. Парень, зарубовичка. Фига это. Двойная ликвидация. А не пора ли вам выпустить? Тройная ликвидация, нифига себе. 10 секунд. Ну-ка, выкуси, родная моя. Тут у тебя, сука, здоровье-то. Чё не помню, сзади снайпер, что ли, вражеский? Победа. Точно снайпер там стоял. Мулань какая-то, блин. Фух. Слушай, ну неплохой чувак на самом деле. Я, наверное, MVP, естественно, ребята. Естественно. 17 убийств. Ты серьезно? Ну ты крут, пацан. Включи в награду. Так, дневная награда за миссию. Поздравляю с победой, Рэй. Командование выдало тебе первую награду в пути защитника. Забрать. Так, 22 монеты. 20 карточек. Следующая цель. Звездными жетонами ты можешь увеличить звездный уровень Кима. Чем выше звездный уровень противника, тем эффективнее он действует в бою. Первый оперативник готов к улучшению. Нажми здесь. Давай улучшим Акима. Ой, Кима. Улучшить. Так, ураган пуль, живчик. Регенерация восстанавливает больше здоровья и активируется раньше, чем других защитников. А он защитник, что ли? Посмотри, на что способен Ким после усиления. В этот раз все по-настоящему. Значит, там все-таки были боты. Я и думаю, что что-то как-то уж больно лихенько я там начал. Да, теперь уже шуточки не будет, ребят. Теперь все серьезно, как они сказали, да? После улучшения Кима мы должны посмотреть, насколько он хорош. Карта не меняется, да, походу? Нет, не меняется. Та же самая. Так, я опять состою в верхнем отряде. И теперь, видимо, все серьезно, да? Что это там сейчас было? Ты гляди-ка, тут уже все по-серьезному. Опа. Первая кровь. Прям в спину. Давай, ты перезаряжайся. Так, кто-то здесь бомбит. Так что меня никто не прикроет тогда же, эй? Ребятуля, вы че? Меня, значит, там кромсают. Так, я сейчас я тебя гадил чувствую. Блин! Ушатали. Так, лисичку в минус, в расход, естественно, ребят. Так, там снайперша, да? Типа я тебя не вижу, да, дура? Все, я тебя прекрасно вижу. Так, тут все чисто, все чисто. А дай-ка я залп ее устрою. И сюда, голодранец. Бинго. Куда пошел? Твою налево. Ты должна через 2 секунды, по-моему, воскрешаться, а не сразу же через... Камбал. Ого. Как тебе такое? Парнишка. Кимыч, здорово. Пора, по-моему, прописать ему хорошечно. Ладно, там тоже. Ох, из-под тяжка вылез, блин, гаденыш. Из уголка из-за этого. Звезданул мне. Так, тут что, еще есть какие-то. Тут еще есть, ага. Потайнушечки тут у вас есть, оказывается. Так, белочка. С хвостиком. Так, Ким там шпарит.
Слушай, он достал уже, а? Нормуль. Кимыча, Кимыча нужно наказывать. Бинго. Так, иди сюда. Ну, добьете, ребята, что ли? Красавчики, красавчики. Иду, 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 иду. Бинго. Вон они где, оказывается. Не успела. А кто не успел, тот опоздал. Сзади со своей винтовкой хотела мне в затылок. Я опять, ребята, MVP-шник. А тут Аслан. Аслан Юян тоже на вражеской команде. Так, ключи в награду. А что за ключи мы, интересно, можем с тобой приобретать? Оценив свои успехи, Рэй, командование одобрило привлечение Бена к боевым операциям. Забери награду. Бен. Бен, ветеран армии США, за плечами которого две командировки в горячей точке. Он уже давно вернулся со службы и в свое удовольствие рассекает по бесконечным дорогам Северной Америки на своем чоппере. Для Бена американские ценности и свобода — и не пустые слова. Поэтому, когда он обнаружил у себя дар и узнал про врага, он немедленно вступил в защитники. Понял, как все? Тебе нужно заменить активного оперативника, чтобы дать Бену возможность участвовать в миссиях. Защитники, сменить. Выбрать. У каждого оперативника свои сильные и слабые стороны, но главная сила нашей команды в тебе, Рэй. Поздравляю с успешным завершением курса обучения. Забери свою первую награду в ежедневной поставке. Ежедневная поставка, ребята. Обычный сундук. 25 серебра. Ага. Так, ну что? Двигаемся дальше. Разборка. Буэнос-Айрес, засада. Играть. Ясен фикус, играть. Сейчас мы попробуем с тобой, что за парень этот Бен. Я так понимаю, это байкер, да? Раз он на своем чопере там рассекал. Байкер, поэтому он еще и в горячих точках был. Так, карта та же самая, да? Та же самая. Продолжай бить противников. Ну что ж, я попробую. Посмотрим, насколько он хорош. Дробаш у него такой солидный. Монстр в танке. Хэт. Это как-то мне даже... Так, ну что-то там подпрыгивает. Где-то можно прыгать. Ну! Есть. Вот это что такое? Так, какой же ты медлительный, блин. Ты мощный, здоровый, но ты медлительный, как... Я не знаю, как кто. Этому в спинку заряды делает. Е, красавчики, красавчики, красавчики. Снайпер шел. Е. Четко. Куда ты там разогнался, парнишка? Вот и все. Так, Ким. Где он там? Надо понять, что вот это за удар, я не могу понять, если честно. А, я могу подпрыгивать еще тут, оказывается. Я этого не знал. Минус прям в лобешник. Так, она наверняка здесь. Ну! Да господи! Ребят, меня вдвоем тут прижучивают. Я уже моргаю, сейчас мне крышка будет. Вот этот удар на самом деле нужно делать, блин, на автомате, чтобы он бомбил. Смотри, какой я бесподобный. Практически бессмертный был сейчас только что. Так, регенерация должна восстанавливаться. Во, пошла.
Что? Этот все лезет ко мне, а? Так я влуплю ему. Мне хоть кто-нибудь тут поможет? Или вы думаете, я терминатор, блин? Есть. Фух. Да ты запарил. Так, по-моему, ребят, мне сейчас карандашечки. Победа. Фух. Слушай, я по-моему, ни разу даже не погиб в игре. Вот в этом поединке, по-моему, я был вообще идеален просто. 9 убийств. Тебе вообще у них шансов не было. Смотри-ка, без очков. Крутыш. А, вот они. Ха-ха. Ну, как танк, в принципе, неплох. Как танк, но мне как-то сложновато все равно за него играть. Ким он такой пошустрее. Так. Сундук. Защитники. Улучшить. Так, реактивное ускорение. Бен врезается во врага, вырываясь при столкновении, нанося урон по области. Полученный урон уменьшен. Звездный уровень. Две звезды у него, у Бена. Хочу взять Кима. Ким – патриот. Он любит свою семью и страну. Ким понимает, как мало людей обладают даром и могут противостоять врагу. Поэтому, несмотря на учебу в университете, страсть к электронной музыке и мечты о будущей собственной семье, он согласился вступить в защитники. Ну что, тут живчик, это точно, ребят. Так, забрать награду. Опа. Так, монетки и звездочки. Захват кристаллов. Следующая цель. Интересно. Тут еще магазин будет доступен. Ну что, друзья, погнали. Так, мне надо вот эту вот кнопку на суперудар, на пробел ее активировать. Потому что, ну, неудобно, ребят, на самом деле. Постоянно уводишь, потом переключаться. Разборка. Погнали. Разборка. Фига там снайпера уже. Открыли счет. Что-то я потерялся. Потерялся, ребят. Отлично. Ты смотри, 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 что делает. Зажимает меня. Так, давай. Просто допрыгался кузнечиком, блин. Вон этот, кто мне в спину звезданул. Ну, жиробас. Я буду мстить. Так, живчик. Сейчас мы этого живчика накажем. Это раз. Да, он там полетел. Е. Так, давай, погнали. Отлично. Где это жиробас? Это наш. Мне нужен вражеский жирный. Так, подожди, я что-то не врубился. Вот он, чмошник. Иди сюда. Так, я ему так, наверное. Блин, надо было отойти. Мелоксен меня подбила. Так, отлично, подбили. А ну-ка нафиг. Фак. Опять Мелоксен? А, это живчик, ё-моё, я не на того... Чмошник, так. Нафиг, в топку. Так, а теперь поехали. Говна кусок. Двойная ликвидация, правильно, так и надо. Мне кто-нибудь, блин, поможет сегодня или нет?
Вот это я понимаю. Annihilation. Твою, блин, Скайл какая-то. Твою налево, блин. Иди ты. 8 секунд осталось. Иду, ребята, иду. Так, сейчас попробуем. Есть победа. Вдвоем столкнулись. Хотел помочь, конечно. Ну что, MVP, блин, вот этот Мелоксен. У меня-то убийство из меня 17, а у него 5. И то, 3 из них он меня убил, гаденыш. Так, ну что, включим награду. Всего, хоп, 55. Забираем. Захват кристаллов. Новый игровой режим. Оу, щит. Побеждай в боях, чтобы заработать знаки уважения и открыть награды. Прогресс здесь определяется суммой знаков уважения у всех твоих защитников. Ага. Ага. Слушай, а тут есть настройки графики? Так, громкость музыки можно и погромче сделать. FPS. Конечно, блин, FPS нужно. И ультра. Выбор на сроки ультра может значительно сказаться на потреблении энергии. Да мне плевать. Ультра и все. Так, вибрацию включить. Язык русский. Все, а как вот это вот сохранить? Это ультра? Ну, проверим. Бля, почему FPS 90 нельзя, а, ребят? Так, ну что? А как вот эти сундуки открыть? Не знаю. Давай, поехали. 60 FPS, это будет плавнее намного идти. А то я чувствовал, что как-то вот немножечко так рывками. И графика должна быть сейчас получше, не квадратненькая. Лишь бы не лагало. Так, ну что? Товарищ Кронос, Мишка тут у нас. Все дела. Я специально музыку сделал погромче, я что-то ее не слышу. Так. Засранец. Молодец, красавчик. Красавчик Кронос. Ах ты шушер, ты болотный. На. Я возьму ее на себя. Есть. А вот чухотник бежит. Готов. Блин, кто-то в меня строчит. Понял. Так, где он тут, гаденыш этот? Твою налево не добил чутка. Чутка не добил. Как же так-то, а? Так, Кронос. Я вижу. Иди ты знаешь куда. Так, ушатали. Где она? Тут гад. Игорь, ты тут прыгаешь на мне. Попрыгушка. Конечно, деквидейшн. Нет. Да нахрена ты переключился-то, блин? Все, живчика ушатали. Иди ты сюда. Достанешь любого. Твою налево, кто? Калек, где этот калек вшивый? Где этот калек? Я его вшатал. Ты будешь со мной, что ли? Это, по-моему, был калек. Сзади, что ли, тут бомбит? Ну точно. Шатаешь же все равно гадину. А теперь и тебя возьму. Калек опять. Так, ребят, нет, этот калек меня выведет сейчас из себя просто. Понимаешь? Вот он, ты чмошник. Калек. Говнёк, ё-моё. Иди сюда, хмырь. Так, там-то кто? Понял.
Да уберите вы танк от этого. Есть. Фух, просто за ним танк, за этим танком клюк там бегал, блин. Я хотел калька прижучить. Фух. Ну, главное, победа. Хорошо. Так, я 14 убийств сделал. Пока я топчик. Так, скоро награды получим. Совсем скоро. Забираем. Так. Путь защитника. Удвоитель ключей. 200 штук. Удвоитель ключей. Так, ребята, Вика. Вика на подходе у нас. Слушай, подожди, а как выбрать этот другой режим? Ага, вот. Мы с тобой в разборке были. А вот теперь захват кристаллов. Это что-то новенькое, это что-то свеженькое. Давай посмотрим. Так, загрузка, но это фигня все. Так, не смейся, если я сейчас начну тупить. Я не знаю, что тут, как тут надо делать, действовать, что собирать, куда стрелять. Ну, стрелять я знаю куда. Врагов. Ох ты. Это вот и есть кристаллы, да? Захват кристаллов. Собирай кристаллы, держи 10 секунд в течение за все, чтобы победить. А-а-а, я понял, что это за режим. Мы должны с тобой захватывать, ну, одним словом, территорию. Просто ее удерживать. Так, кто-то сзади же стрелять по мне, да? Или что тут? Ты заколебал. Ну? Да ёпарасыта, блин, как... Толстяки разбежались, блин. Танк называется хренов, блин, который должен, блин, защищать, блин. Ну и что ты там делаешь? Может, тебе это поможет? Швабрёныш. Иди сюда. Займусь с тобой вплотную. Так, кристаллы у нас, кристаллы у нас. Так, опять чебурашка здесь бегает. Есть. Так, собираем кристаллы нафиг. Так, это наши, все наши. Это что сейчас было? Готово. Так, ребят, нужна помощь. Двойная ликвидация. Вот этот хрен вонючий. Забираем. Еще один кристалл. Так, они не снайперы, ребят, по-моему, насколько я понимаю. Потому что она здесь стоит, ничего не делает. Убежала. Так, она убежала. Так, надо нашим помогать. Победушка, что ли? Отлично. Фух. Ну, что я тебе могу сказать? Все даже очень замечательно. 9 убийств. У них всего 2. Эти у нас вообще просто прошоркались на месте и все. Так, еще 35 ключей. А, это удвоитель ключей. Давай дневную награду. Заберу. Ага, Вика. Это поддержка. Сперва Вика сомневалась в том, хочет ли она спасать мир, но в защитниках она встретила настоящих друзей, не побоявшись пройти с ней огонь и воду, и им потребовалась ее помощь. Поэтому Вика решила оставаться и помогать. Так она стала агентом. Вика агент. Викулечка. Пампушечка ты наша. Так, 27 монет. Так, я еще, да, могу один? Не, не могу. Так, захват кристаллов. А тут так нормально режимов-то будет. Опасная посылка, напарники, схватка, последний герой. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Пишите в комментариях, как вам игра. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.